Окей, шикарное одесское юмористическое стихотворение. Словами не бросаются. В Одессе не бросаются словами. Не называют все своими именами. Как импотента назвать политкорректно? Владелец недвижимости конкретно? Или сидят, например, три рыбака? Один говорит, нет клёва пока. Второй говорит, не мешало. А третий, я сбегаю для начала. Надеюсь, вам понравилось. Я как бы попытался. Кстати, я в детстве очень любил ходить на рыбалку. У меня было два друга. Ну, они и есть. Но один из них оказался расистом, поэтому мы уже больше не друзья. Его зовут Костя, фамилию говорить не буду. Вот. А второй... Ну, их два. Нас всего трое было. Я, Дима и Костя. Дима в Израиле. Он за Украину. Он правильный пацан. Вот. Костя в Одессе. Он расист. Я говорю, ты что, за Путина? Он говорит, конечно, я же русский. Я говорю, все, я с тобой все понял. Вот. Он говорит, мы вас... Он мне, которому посылал деньги, $300. 300, 200, 100. Я ему посылал часто. Я говорю, как же я... Он мне говорит, мы вас превратим в ядерный пепел. Вот он насмотрелся Киселева. Представляете, что делала эта российская пропаганда с мозгами. Вот. Ну, может быть, он такой и был. Я не знаю. Я вас всех обнимаю. Слава Украине. Все будет Украина. Украина понад усе. Слава Украине.